Всем привет, с вами Катя, и вы смотрите видеообзор техники от компании Allo. Сегодня у меня в руках самый что ни на есть настоящий планшетофон с поддержкой двух сим-карт Pixus Play 3 3G. Несмотря на то, что Pixus Play 3 относится к категории не просто доступных, а ультрадоступных, тем не менее видно, что к вопросу дизайна устройства производитель подошел очень ответственно и постарался придать устройству какие-то индивидуальные черты. В основном это отразилось на задней крышке, которая имеет рифленую поверхность, что выглядит не только красиво, но еще и практично, так как позволяет планшету удобно лежать в руке. А вот с лицевой стороны никаких новшеств мы не увидели. Тут все довольно стандартно. Качество сборки и материалов на высоте. Размеры Pixus Play 3 соотносимы с его 7-дюймовым экраном и составляют 190 мм по высоте, 120 по ширине при толщине в 11 мм и массе в 320 грамм. Этот планшет работает на базе двухъядерного процессора MediaTek MT6557 с тактовой частотой в 1,2 ГГц. Имеет на борту 1 ГБ оперативной памяти и может похвастаться наличием весьма мощного графического ускорителя PowerVR CGX530. Подобная конфигурация позволяет с Pixus Play 3 запускать большинство игр. Но уж с казуальными по типу культовых Angry Birds или Растения против зомби 2 вообще никаких проблем не наблюдается. В нашем традиционном тестировании OneTuTu Benchmark планшет выдал результат в более чем 9000 баллов. Емкость внутреннего накопителя тут 4 гигабайта, что безусловно мало. Но благо слот для microSD предусмотрен, что позволит расширить пространство еще на 32 гига. Но самой главной особенностью Pixus Play 3 является наличие слотов для двух сим-карт. Вставляете в одну сим-карту от оператора, во вторую карточку 3G, и вы всегда на связи со скоростным интернетом под рукой. Также в наличии имеются две камеры, фронтальная на 0,3 мегапикселя и основная на 2. Ну и понятно, что с подобными параметрами надеяться на качественные снимки особо не приходится. Все это работает под управлением операционной системы Android версии 4.2.2 Jelly Bean. 7-дюймовый дисплей имеет разрешение 1024 на 600 пикселей с плотностью в 170 ppi, что, учитывая его небольшую диагональ, позволяет получить весьма неплохую картинку. Хорошая цветопередача, довольно большой запас яркости обеспечит вам комфортную работу с планшетом. Pixus Play 3 оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 4200 мАч, причем полного заряда хватит, чтобы обеспечить планшету до 8 часов автономной работы. Причем именно такой, чтобы и позвонить, и поиграть, и мультик посмотреть. Да, он, конечно, не поражает воображение мощными характеристиками или разрешением экрана, но учитывая его класс, поддержку двух сим-карт, возможность осуществлять звонки, а также малую цену, он будет отличным выбором для тех, кто ищет в одном устройстве как телефон, так и планшет. С вами была Катя с обзором от компании Allo недорогого, но функционального планшетофона Pixus Play 3 3G. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, смотрите другие видео. Пока!